К 2024 году в Ненецком округе должны появиться несколько новых школ, домов культуры, а также детский технопарк «Вонториум». Все это построят и создадут в рамках реализации национальных проектов, утвержденных президентом России. Напомню, наш регион участвует в 11 из 12 нацпроектов. В частности, они связаны с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья и развитием транспортной инфраструктуры. Но сегодня на специальном брифинге представители регионального департамента образования, культуры и спорта рассказали о тех проектах, которые непосредственно реализуют профильное ведомство. Итак, что предстоит сделать за ближайшие 5 лет и что уже сделано, узнаете из следующего материала. Брифинг с участием руководителя профильного департамента и вице-губернатора, курирующего вопросы образования, это лишь начало серии встреч с представителями региональной власти, курирующими нацпроекты. Сегодня перед департаментом образования стоит целый комплекс задач. Например, масштабная модернизация существующих образовательных учреждений. Они должны соответствовать современным требованиям, чтобы комфортно было не только ученикам, но и педагогам. Между тем, это и строительство новых зданий. Только в этом году свои двери должны распахнуть школы, расположенные на Вятров, а также в поселке Индиго. Дальше больше. Планируется строительство школ в Нельминосе, Шойне и Бугрино. Кроме этого, если говорить, может быть, подетальнее по оснащению материально-техническому, да, по тем школам, в которых оно планируется, это ряд городских школ, школа номер 1, 3, 4 и 5, и также школа поселка Искателей и школа в Оме. В планах и возведение коррекционной школы-интерната без помощи федеральных денег здесь, конечно, не обойтись. Участники брифинга заявили, подать заявку в правительство страны на реализацию данного проекта возможно будет лишь в 2023 году. Не стоит забывать и о школе в поселке Искатели. От ее строительства сегодня никто не отказывается. Следующий региональный проект – успех каждого ребенка. В рамках него в округе на базе будущего молодежного центра создадут технопарк «Кванториум». По сути, это новый вид дополнительного образования, еще и профориентация. Дети сами придумывают проекты и сами их реализуют в числе площадок Робо, IT, Био, Гео и Аэроквантумы. Все занятия будут проходить бесплатно. Если сейчас мы привыкли, что наши дети зачисляются на образовательные программы, да, и эта образовательная программа реализуется в течение года или многих лет, если это музыкальная школа. Программа «Кванториума» — это модульный блок, рассчитанные на 3 месяца обучения, где детей учат проектной деятельности. То есть они выбирают новый интересный проект, сами его реализуют, собирается команда, и, в общем-то, потом они защищают данный проект. Если это более значимый уровень, дальше они защищают его потенциальным работодателям и могут продвигать его в дальнейшей деятельности. Ну вот мы участвовали, в частности, смотрели опыт других регионов к реализации данного проекта. Ну, допустим, проект в Калининграде, здесь ребята 14-15 лет, они являются победителями общероссийского конкурса. Их проект заключался в том, чтобы обеспечить доступную среду для слабовидящих людей. Помимо стационарного технопарка, власти региона намерены приобрести и мобильный, чтобы уникальная среда для ускоренного развития ребенка по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям была доступна не только городским, но и сельским детям. Еще один важный нацпроект – «Учитель будущего». Задача – помочь педагогам постоянно развиваться, совершенствовать свои навыки и умения. То есть в этом плане что планируется? То есть в рамках цифрового образования у нас все учителя должны пройти переподготовку с использованием новых информационных технологий. Между тем, в рамках проекта появятся 2 специализированных центра. Первый позволит местным преподавателям непрерывно обучаться. Второй будет отвечать за независимую оценку качества деятельности педагогов. Для каждого учителя разработают так называемую индивидуальную карту. Не забудут и о студентах. Молодые профессионалы. Проект, направленный в том числе на переоснащение региональных СУЗов. В числе задач создания необходимой материально-технической базы, которая позволит обучать бывших школьников по новым стандартам. У нас планируется за 5 лет переоснастить порядка 9 мастерских, потому что у нас в большей степени это направленность как раз техническая, да. То есть здесь мы и ветеринарию переоснащаем, да, и поварское дело, IT-технологии, те, которые у нас реализуются на базе педагогического колледжа. То есть все эти направления также получат поддержку. Благодаря реализации еще одного регионального проекта на территории округа до 2024 года построят сразу 3 новых дома культуры – в Искателе, Нижней Пёше и Нельминосе. Конечно, с привлечением средств из федерального бюджета. Кроме того, капитально отремонтируют 8 существующих ДК, те, в которых работы не проводили отродясь. Сразу отмечу, что на сегодняшний день в бюджете у нас уже предусмотрено финансирование на разработку проектно-сметной документации по 4 домам культуры. Первый этап у нас дома культуры Красная,
Красная Ома Коткина и Верхняя Пёша. Также в рамках проекта в регионе появятся так называемые модельные библиотеки. Они станут многофункциональными центрами культуры, местом притяжения граждан. То есть посетитель сможет не только взять на дом книгу, но и, например, свободно воспользоваться интернетом или провести там деловую встречу. Администрация округа уже ведет работу по созданию дизайна проекта будущей модельной библиотеки. Первая должна появиться в поселке Красная. Олег Хатанзийский, Вадим Стасюк, Антон Водряков, телеканал «Север».